Всем привет! В сегодняшнем видео я совместно с Академией Вэлла покажу вам, как сделать косу а-ля Франс. Посмотрим, что же нам понадобится для создания этой прически. Расческа, эластичные резинки под цвет ваших волос, невидимки, мусс и лак из новой коллекции Вэлла Флекс, двукратный объем. Выдавливаем шарик мусса, мгновенный объем размером с яблоко. И распределяю мусс небольшими порциями по корням волос. Этот мусс совершенно не сушит и не склеивает волосы, тем самым оставляя прическу подвижной и эластичной. Теперь я начинаю вытягивать волосы при помощи пены и круглой щетки. Направляю щетку снизу вверх для того, чтобы обеспечить дополнительный объем укладки. Такой объем у нас получается, на мой взгляд, отлично. Волосы очень мягенькие, очень послушные и абсолютно не видно, что мы использовали какое-либо укладочное средство. Для того, чтобы волосы выглядели более гладкими и подлиннее, я также продолжаю использовать щетку и фен и просто вытягиваю слегка их. После того, как я высушила волосы и хорошо их расчесала, перехожу к следующему этапу, а именно я воспользуюсь советом от Саши Броера, как сделать эффектный объем. Я разделяю волосы на прямой пробор и выделяю передние пряди с обеих сторон, а затылочную часть волос начесываю при помощи специальной расчески. И фиксируем полученный объем при помощи двух невидимок. Теперь нам пригодятся наши передние пряди, мы просто берем их и перекидываем назад и начинаем плетение. После первого ряда мы начинаем добавлять с каждой стороны косы дополнительные прядки. Стараемся заплетать косу не туго, а наоборот более легко и воздушно. Заплетаем косу до тех пор, пока не вплетем все волосы в нее и зафиксируем при помощи эластичной резинки под цвет волос. Теперь по желанию можно еще немного вытянуть прядь из косы. Расчесываем еще раз хвост. И чтобы хвост не смотрелся как-то скучно, мы на середине длины волос добавим еще одну эластичную резинку. После чего эту часть волос мы разделяем на две части и туда протягиваем оставшийся хвостик. Нам осталось только зафиксировать прическу лаком. Он закрепляет прическу, при этом оставляя ее подвижной, без видимости присутствия каких-либо укладочных средств на волосах. На этом и все. Наша прическа готова. Не забудьте подписаться на мой канал и на канал Вэлла Академии, чтобы не пропускать новые видеоуроки по созданию причесок. Пока-пока!